Don't miss me winning. Round one. Fight. Нельзя вообще ничем долгим въехать против Лили. Ну, типа. Ну, типа, знаешь, кажется, что ты нажимаешь активацию хита и отменяешь ее, и вроде думаешь, ну все, я в безопасности. Вот. А хрен из два, тебе прилетает. Потому что слишком слабый персонаж, все ту фо-фло по сравнению с остальными, да, именно так и есть. К счастью, Элику можно вытащить несколько матчей, если приложить все вовремя и к месту. Но чё, всегда можно найти варианты попроще. О! Нина, например, Нина, да. Сама себя играет вообще практически. Карпилом реально наказать за вид? Реально. Ну, смотреть, за вид чего мы говорим? Этого хита, да? Если говорить об активации хита, то мне даже не надо смотреть, будет он делать отмену или нет. Я просто жму картвилу, все. Реагирую на активацию хита, а не на его отмену удара. Блин, пока я тут разглагольствую, у меня тут забили быстро. Не знаю, насколько это правильное решение. Не добьет? Угу. О, блин. Везет. Я был так близок. Так близок.
Round one. Fight. Мне нужно что-то резко придумать. Мне нужна тактика. Это что такое? Просто остановиться не может. Ой, блядь. Господи. Просто комбики.